Неужели напрасно пролита кровь наших доблестных воинов? Мы-то свою кровь пролили. Теперь ваш черед. Воюйте. А нам мир давайте, какой хотите. Сепаратный, похабный, да только мир. Большевики! Серое тесто, темнота, стихия, слепое оружие в руках Ленина! Оружие, да верное! Вот-вот, я давно на тебя смотрю. Большевик сразу видно. Да, большевик, а ты мародер. Она! А про Ленина полегче, побереги котелов. Где он, ваш Ленин? Нету вашего Ленина. Удрал, суда испугался. Ваш Керенский продался капиталистам. Он сам Корниловец, ваш Керенский. А за Ленина вам рабочую глотку перервут. Ах ты еще угрожать, молокосос! Вася! Так его! Еще разговаривай, сволочь! Подлецы! Большевистская шлюха! Хо-хо! Take it easy! Эта молодая дама прекрасно услышит вас и отсюда. Хотя, мне думается, для вас лучше было бы, если она вас совсем не расслышит. Доколе, а ну пошли. Граждане, доколе правительство пошли, будет Семен. Бездействовать? Правительство? Разве это правительство? Тряпка! Что правительство? А мы где? Все как один дадим отпор большевикам! Вы не ошиблись, Рид. Пусто. Может быть, сегодня не будет заседания? Нет, полковник. Просто все здесь всегда опаздывают. Обидно только, что нельзя никогда угадать, насколько опоздают именно сегодня. Ну что ж, подождем. Если, конечно, весь этот предпарламент стоит нашего ожидания. Стоит или не стоит, а тут соберутся все те, кто сегодня правит Россией. Или думают, что правят. Да, кстати, Робинс, я давно у вас хотел спросить, зачем вы, собственно, приехали в Петербург? Странный вопрос. Я, как вам известно, возглавляю миссию Американского Красного Креста. А Красный Крест и человеколюбие – разные наименования одного и того же. Но из человеколюбия не стоило ехать так далеко, полковник. Ведь ваши миллионы давали вам полную возможность проявить человеколюбие, не выходя из дома. Не наивничайте, Джонни. У нас, представителей великих союзных держав, одна задача. Заставить Россию помочь нам выиграть войну. Не так ли, Рид? Начинают собираться, полковник. Как только появится кто-нибудь значительный, я его атакую. Вам это будет интересно, полковник. Я могу задать вам тот же вопрос, Рид? Зачем вы приехали в Россию? Я журналист и должен быть там, где происходят события, о которых хочет знать американская публика. Американская публика хочет знать и о битве на Марне, и о бунте бенгальских стрелков, и о моде на негритянскую музыку в Париже. А я хочу, чтобы она знала о русской революции, полковник. Внимание, полковник, перехожу в атаку. Вот идет русский Рокфеллер Степан Георгиевич Леонозов. Он кадет и владеет всей русской нефтью. А генерал с ним? Алексеев, бывший начальник штаба действующей армии. При царе фактически заправлял всем русским фронтом. Теперь надежда и оплот всех сторонников старого режима и кандидат в диктаторы. Господин Леонозов, американская пресса просит вас высказать ваш взгляд на перспективы русской революции. Революция – это болезнь. Англия, Франция и Америка должны наконец понять, что это болезнь. Может быть, для них опасно, особенно, когда она вызвана микробом большевизма. Рано или поздно иностранные державы должны будут вмешаться в наши дела. Вы имеете в виду вооруженную интервенцию? Именно. Значит, положение на фронте безнадежно. Ну, это, батенька, не по моей части. Это спросите генерала Алексеева. Ему и карты в руки. После Риги путь для немцев открыт. Ну что, Робинс? Во всяком случае, откровенно. Вполне. А вот Авксентьев и Гоц, лидеры правящей партии СССР. Авксентьев председатель предпарламента, а Гоц заместитель председателя ЦИК Совета. Я с ними знаком.
Ну, что интересует сегодня американские газеты? Один вопрос. Где Ленин? А вы отстаете от событий. Вас интересует то, что перестало уже интересовать русских. Где Ленин? Не все ли равно? Если он еще в России, мы поймаем его и предадим суду. Если он бежал за границу, ну, значит, он ушел от русской революции. Значит, опасности большевистского переворота нет? Конечно, ее выдумали паникеры. Если большевики вздумают повторить июльское восстание, то, как пишет «Таймс», большевизм будет излечен пулями. Александр Федорович. Керенский. Министр, председатель. Верховный главнокомандующий. Прибыл, наконец, главноуговаривающий. Нужно фото. Вы правитель России. Полковник Робинс, рад вас здесь видеть. Сегодня вы услышите много интересного. Я слышал, ваше высокопревосходительство, что союзные правительства обратились к вам с письмом, в котором советуют... Советуют. Интересно, а что бы сказали Ллойд Джордж и Клемансо, если бы мы, русские, вздумали советовать им, как надо управлять Англией и Францией? Конечно, мы только сейчас вступили на путь Запада, но хотим сделать это лучше. Без Кромвелей и Наполеона. Без Наполеона. А сам даже руку за бортом пиджака держит, а-ля Наполеон. Вот что значит поспать в царской постели. Кто это? Родзянко. Бывший председатель Государственной Думы. Не слишком ли много бывших? Те самые окна в четвертом этаже. Не может быть. Рита обещала, что к ней никто не будет ходить. И все-таки по плану это те самые окна. А хорошо поют. Правда, Надя? Уйдем. А разве есть другой адрес? Значит, пойдем. Пьем с надеждою чудесной и с бокалом полновесных первый тост за наш народ. Первый тост за наш народ, за святой девиз вперед. Первый тост... Ах, Маргарита, какая неосторожность. Ну что ж, пора и по домам. Все выпито, съедено, спето. И теперь мы у вас частые гости. Да ведь у меня ремонт завтра начинается. Месяц, а то и больше буду жить на кухне. А потом, милости просим. Ничего, Надя. Все обошлось благополучно. Ну, бывает. А песня к счастью. Пью, пью. Война принесла России несчастливое бедствие. Лучшие сыны России сложили свои головы на полях сражения. Мир стонет Россия! Мир! И стон ее отзывается во всем мире. Да, мир! Но какой ценой? Разве русский человек может опозорить себя? Стать изменником? Предать своих союзников, англичан и французов.
большевики хотят сделать из русского человека предателя. Они призывают брататься с немцами, открыть им фронт. Недаром кайзер Вильгельм прислал к вам Ленина в запломбированном вагоне. Откуда Ленин ехал? Ленин возвращался из эмиграции, из Швейцарии, где он жил так долго, что совсем оторвался от России. А почему Ленин ехал через Германию? Разве нельзя было проехать через Англию и Францию? Не мешайте докладчику, вопросы потом. Чего потом? Пущай отвечает! Правильно! Давай, отвечай! Ленин и хотел ехать через Францию и Англию, но союзники ему не разрешили. А почему союзники не пустили Ленина? Да потому что Ленин ведет пропаганду против войны. А значит, союзники за войну, а немцы против. Да нет. Ну, конечно же, нет. Немцы за войну. Это они виновники войны. Так зачем же немцы пустили Ленина? Ведь он против войны. Так для того, чтобы Ленин сбил с толку таких, как вы. Чтобы он разложил нашу армию, разрушил наше единство, помог немцу победить. Долой большевиков в тюрьму Ленина! Привет питерским рабочим и гарнизону от окопных граждан Румынского фронта! Подождите, гражданин солдат. Сперва выскажутся докладчики, а потом... Давай фронту! Говори! Давай, солдат! Говори! Мы на фронте совсем истощали. С орудий стрелять нельзя. Снарядов нет. 3 года гнием в окопах. Послали нас сюда, к совету, чтоб спросить, скоро ли будет какой конец. Приехали, услышали. Говорят о новой войне. И кто говорит-то, толстобрюхие, что фронту и не нюхали. А окопы наши от Черного до Балтийского моря червяком ползут. Трупами эта земля услана, трупами русского трудового народа. Куда этот мост трупов ведет? Гибели крестьянского и рабочего народа, гибели свободы! К делу! Тихо, ты уже в самую точку бьешь. И пущали они нас немцам не стращают. Они хуже немца. Россия, говорит, гибнет. Ну и пускай гибнет ихняя Россия. А нашей дайте жить, дайте отдыху. Это большевик! Большевик! Нету, товарищи, мы не большевики, мы с фронту. А только большевики пускай не спят. Дождетесь, тронется деревня с фронта по первому снегу землю делить. И разгонят вас, большевиков, временные министры, к чертовой матери. Чего вы, рабочие, боитесь? Ведь солдаты за вами пойдут. Ну чего ждете? А не то мы начнем своих сволочей бить. Перебьем все начальство и двинем на Питер буржуев кончать. Товарищи, продолжим наш митинг. Слово имеет гражданин Кот. Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов. Член Центрального комитета партии социалистов-революционеров.
от имени Петроградского совета и от имени Петроградского комитета партии большевиков я приветствую рабочих и солдат, собравшихся решать судьбы свободной России. Гражданин Урицкий, я вам слова не давал. А я у вас слова и не просил. Я просил слова у рабочих и солдат революционного Петрограда. И, как видите, они дали мне слово. Товарищи, предатели революции перешли в наступление. Керенский вызвал в Петроград казаков и юнкеров. Чего же вы, большевики, думаете? Вот что думают большевики. Вот что думает Владимир Ильич Ленин. Слушайте, кризис назрел. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ой, как ты меня напугал. Проспал, все на свете проспал, позор. С добрым утром. А где же хозяйка? Пошла за газетами. Прости, пожалуйста, я сам. Сейчас закипит, будем завтракать. Отлично. Но только одно условие. Хозяйничаю я. Ты у меня в гостях. Не спой. Сегодня ты отдыхаешь. Тебе ведь трудно было это время, я знаю. А я великолепно отдохнул. Все время на свежем воздухе. И знаешь, как я жалел, что ты не со мной. Ведь там, в Финляндии, места не хуже, чем в Швейцарии. Нет, нет и нет. Уговор дороже денег. Отправляйся в столовую и садись к столу. Ну, могу же я раз в год поухаживать за собственной женой? На ваш след и собирается расправиться с вами. Где? Не знаю, все газетчики кричат. Сейчас найдем. И давайте познакомимся. Здравствуйте. Ох, простите, Владимир. Константин. Константин Петрович Иванов. А, да. Простите, Маргарита Васильевна, но при конспирации самое главное привычка. Ерундистика. Они сообщают об этом уже третий раз. Пугают нас.
а больше пугается сами. Все же надо проверить, в чем дело. Пока что не выходите из дому. Конечно, это самое разумное. Невозможно. Сегодня соберется ЦК, и по моей просьбе я должен там быть. Но ты не имеешь права рисковать. Пока это сообщение не будет проверено, ты никуда не пойдешь. Пойду. Нет, не пойдешь. Пойду. И ты это прекрасно знаешь. Вы же не конспиратор. Вы даже не умеете обращаться со своим париком. А это главный предмет твоей конспирации. Прошу вас, Маргарита Васильевна, следить за мной и делать мне замечания всякий раз, как я буду дотрагиваться до этого парика. С удовольствием, Владимир. Константин. Ну вот и прекрасно. Будете поправлять друг друга. А теперь завтрак. Позвольте, а где же «Новое время» и «Народный трибун»? Это же монархические газеты. Вот именно монархические. Именно поэтому их и нужно читать в первую очередь. Они глупее других. И как всякий дурак выбалтывает как раз то, о чем нужно молчать. Я сейчас бегаю. Но ведь тебе, Володя, придется пройти не меньше 8 верст. А если за тобой Слежка? Чем дальше путь, тем больше дорог. И тем труднее Слежка. А откладывать больше нельзя. Ведь ты же сама говорила, что в верхушке партии крепнет мнение против немедленного восстания. Значит, надо прокинуть это мнение. Убедить партию в серьезном отношении к восстанию. Убедить ЦК в том, что если мы не возьмем власть сейчас, то все разговоры о власти Советов превратятся в ложь. Ты же можешь написать об этом, не выходя из дому. Это теперь! Когда все мои письма остаются в ЦК без ответа, а в центральном органе нам предлагают ждать. Чего? Теперь, когда массы не хотят больше ждать. Да и нельзя больше ждать. Ну, хорошо. Ты только не волнуйся. Но ты будешь выполнять все правила конспирации. Ты даешь мне слово? Даю. Даю. Подчиняюсь законам необходимости и их неумолимому стражу. На улицу гоним! А нам что, с голоду дохнуть? Тихо, товарищ! А ты что смотришь? Тихо. Совком уже принял меры. Мы пригласили министра труда Гвоздева. Он сейчас ведет переговоры с дирекцией. Давай сюда дирекцию! Чести попросим. Это самоуправство, насилие. Пока нет, а дальше видно будет. Сейчас не при батюшке царе. Казацкими нагайками с завода не выгонишь. Сами сдачи дадим. Вон у нас теперь какое войско. Будет говорить министр труда, гражданин Гвоздев. Тихо! Здравствуйте, товарищи! Я сам бывший рабочий и знаю, как тяжело рабочему человеку остаться без работы. Тяжело, ой, как тяжело! Пошалел волк, ягненка! Но в то же время мы не можем не учитывать интересы владельцев. Они вкладывают свои деньги и вправе требовать, чтобы им дали возможность руководить делом так, как они считают правильным. Они завод закрыть хотят. Рабочих на голодную смерть обрекают. Это правильно? У завода есть сырье и есть заказы. А хозяева нарочно хотят закрыть завод, чтобы поставить рабочих на колени. Мы, рабочие, этого не можем допустить. Совет не допустит! Временное правительство добилось уступок от владельцев. Завод будет продолжать работать еще целый месяц. За это время выясним, кого куда направим.
А тем, кто останется без дела, правительство выдаст вспомоществование. С голода никто не умрет. Мы не нищие, нам подачек не нужно. Сами заработаем. Сегодня сами убедились, что есть две силы. Штаб рабочих, партия большевиков, и лакей буржуазии, временное правительство. Пока рабочие не возьмут власть, порядку не будет. Вся власть советов! Садитесь. Извольте дать отчет о вашем поведении. Вы совсем забыли о существовании вашего совершенно несчастного коллеги. А коллега, я вижу, опять изнывает под тяжестью литературной ноши. Ну, где же ты успел сегодня побывать? В Мариинском дворце, в городской думе, в крестьянском ЦИКе, в штабе округа, в гостях у красногвардейцев и, кажется, еще где-то. Опять полная коробка новостей? Выкладывайте. В предпарламенте ищут своего Наполеона, чтобы взнос дать взбунтовавшихся рабов. Ну и попутно ругают правительство и друг друга. Правительство во всем винит предпарламент и пытается сыграть в сильную власть. Рабочие организовали свою Красную гвардию и всерьез готовятся к последнему бою. В общем, акции Керенского и компании идут на понижение, а шансы большевиков растут не по дням, а по часам. Ты говоришь обо всем этом так, как будто тебе здесь все ясно. А я сегодня убедилась, что ничего не понимаю в России. Керенские, все эти эсеры, эсдеки, большевики, меньшевики, они ведь все революционеры. Все были против царя, да? Ну так что же произошло? Но меньшевики и эсеры боролись с царем в интересах русской буржуазии. И когда царя прогнали, они решили, что сделали все, о чем может мечтать Россия. А ты думаешь, что она может мечтать о большем? Так думают большевики. И ты смотри, в июле их презирали, высмеивали, даже избивали. А сегодня рабочие, матросы, солдаты и большинство крестьян за них, за их совет. Ты считаешь, что правительство Керенского обречено? Право на существование любого правительства выясняется по количеству людей, которые приходят ему на выручку в момент опасности. Всякая революция – это очень печальное явление для одних и очень счастливое событие для других. Так вот, революция, которую зовут большевики, очень счастливое событие для 93% населения России. А это значит, что Керенского будут защищать не более 7%. Но мне говорили, что сами большевистские лидеры боятся этого восстания. Восстание – всегда риск. И даже в ЦК большевиков есть люди со слабыми нервами. Но одно бесспорно. У них есть Ленин. Евангелическая внешность. Ведь главное узнать нельзя, я бы не узнал. А я и не узнал. Значит, как говорится, буду богатым. Боюсь, что капиталист из вас не выйдет. Да. Владимир Ильич, чай вам налит. Спасибо. С удовольствием выпью. И может, начнем? Уже время. Да, конечно. По первому вопросу. О румынском фронте сообщение сделаю я.
Мы обязаны любой ценой сохранить правительство Керенского у власти. Именно для этого я и просил вас собраться здесь. Надо решить, как это сделать. Ерунда! Никто не верит в правительство Керенского. Я не желаю его укреплять. И вы напрасно тратите деньги на его поддержку, полковник Робинс. А на что же их тратить, генерал? На Корнилова, на Алексеева, на Каледина, на любого генерала, который способен стать диктатором и заменить царя. Этой стране нужен страх. Без страха здесь не будет порядка. Боюсь, полковник, что таким образом вы получите здесь совсем другую диктатуру. Ленина и большевиков. Вы слишком штатский человек, полковник Робинс. Спросите у военных, как они поступают с подобными типами. Полковник, полковник, что вы делаете с бунтовщиками и заговорщиками? Мы их ставим к стенке и расстреливаем. И мы это сделаем, если нам помогут. Что делать? Надо, наконец, заставить Керенского подписать приказ о выводе частей Петроградского гарнизона из города и замене их надежными частями. Тогда большевики будут в наших руках, и мы разгоним советы. Господа, нельзя терять ни минуты. Наша агентура сообщает, есть серьезные основания полагать, что в Петроград опять вернулся Ленин. Переходим к четвертому вопросу. Текущий момент. Доклад сделает Владимир Ильич. За последние месяцы у нас замечается какое-то удивительное равнодушие к вопросу о восстании. Надо aussprechen, was ist, сказать, что есть, признать правду. Даже здесь, в ЦК, есть течение против немедленного восстания, против захвата власти. Надо побороть это течение. Иначе большевики опозорили бы себя навеки и сошли на нет как партия. ЦК оставила даже без ответа мои настояния в этом духе. Очевидно, я должен был усмотреть в этом тонкий намек на зажимание мне рта и на предложение мне удалиться. Но прежде чем принять решение, я хотел убедиться в этом. Вот почему я настоял на сегодняшнем разговоре. Я лично думаю, Владимир Ильич, что позиция большинства членов ЦК не расходится с вашей. Хочется верить. Наша партия идет к власти. Это, кажется, общее мнение и в ЦК, и в Петроградском комитете. Этого требуют массы. Но прийти к власти без восстания партия революционеров, свергающая не просто временное правительство, а класс капиталистов, эксплуататоров, помещиков, партия не может. А нам предлагают ждать. Ждать чего? Чтобы Керенский и его корниловские генералы сдали Питер немцам и вошли прямо или косвенно в сговор с Вильгельмом и союзниками для удушения революции? История не простит нам, если мы не возьмем власть теперь. Почему мы должны взять власть именно теперь? Потому что предстоящая сдача Питера сделает наши шансы в остро раз худшими. Посмотрите кругом себя, и вы увидите, что ждать больше нельзя. По всей России разливаются крестьянские восстания. Керенский посылает войска подавлять крестьян и защищать помещиков. Пропустить такой момент и ждать есть полный идиотизм или полная измена. Голод не ждет. Крестьянское восстание не ждало. Война не ждет. Массы решительно переходят на сторону большевиков. Это доказали перевыбор Советов. Самый лозунг «Вся власть Советам» – ничто иное, как призыв к восстанию. И только наша партия может возглавить его и сорвать планы Керенского и капиталистов. Господи, а его все нет. Троцкий предлагает подождать съезда Советов.
Зачем? Чтобы дать возможность Кейнскому собрать казаков ко дню глупеньким образом назначенного восстания. Ждать съезда советов полный идиотизм. Ибо это значит пропустить недели, а теперь даже дни решают все. Зиновьев и Каменев пугали нас здесь. Обстановка исключительно сложная. О, мудрецы! Они готовы, пожалуй, примириться с революцией, только без исключительно сложной обстановки. Но таких революций не бывает. Если даже революция началась при обстановке, которая кажется не очень сложной, то сама революция в своем развитии всегда создает исключительно сложную обстановку. Ибо революция настоящая, глубокая, народная. По выражению Маркса, революция есть необычайно сложный и мучительный процесс умирания старого и рождения нового общественного строя, уклада жизни миллионов людей. Если бы не было исключительно сложной обстановки, не было бы и революции. Но против нас будут все демократические силы. Даже левые эсеры, мы останемся совершенно одни и не удержим власти. Пресильный довод. Сомневаться сейчас, что большинство народа идет и пойдет за большевиками, значит позорно колебаться и на деле отречься от большевизма. Но взять власть мы можем только в состоянии отчаяния. И после слов Ильича это понимаешь особенно отчетливо. Это просто безрассудный риск. Меня не так поняли. Моя точка зрения не расходится с позицией Ленина. Мы должны взять власть. Это бесспорно. Весь вопрос, когда? А это уже вопрос не политический, а стратегический. Когда взять власть? Сегодня это важнейший политический вопрос. И я не понимаю, зачем Троцкому нужно здесь маскироваться? Я думал, что здесь революционеры. Но слушая Зиновьева и Каменева, я начинаю сомневаться в этом. Они забывают, что всю нашу тактику мы всегда строили и будем строить на энтузиазме рабочих масс. А массы начинают наступать. И наша практическая задача – эту стихию организовать. В Москве массы неудержимо идут к восстанию, а во многих городах мы уже фактически у власти. Вот именно поэтому и не следует рисковать. Влияние наше растет. Неосторожный шаг может разом разрушить все, что мы уже завоевали. Абсолютная истина. Святая невинность, как она доверчиво успокаивается на легальнейшем, лояльнейшем пути. Жаль только, что голод не ждет, война не ждет, крестьяне не ждут, рабочие не хотят ждать. Вооруженное восстание неизбежно. И только с этой точки зрения надо разрешать сегодня все практические вопросы. История сделала коренным политическим вопросом сейчас вопрос военный. И если мы правильно решим этот вопрос, нам нечего бояться, что наша власть может оказаться непрочной. Когда последний рабочий, любой безработный, всякий разоренный крестьянин увидит собственными глазами, что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте, берет лишние продукты у тунеядцев и дает голодным, вселяет бесприютных насильственно в квартиры богачей, заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли, пока не снабжены дети всех бедных семей, что земля переходит к трудящимся, а фабрики и банки под контроль рабочих, тогда никакие силы капиталистов и кулаков не победят народные революции. А наоборот, она победит весь мир. Ну что ж, мнения определились, точки зрения высказаны. Пора решать. И я повторяю, медлить преступление. Взятие власти есть дело восстания. Либо сложить ненужные руки на пустой груди и ждать, либо восстание. Середины нет. Победа обеспечена, и на 0,9 шансы, что бескровно. Внесены две резолюции. Владимира Ильича о курсе на восстание, Зиновьева и Каменева об отказе от восстания. Будем голосовать. Без 23. Да, видно, трудно пришлось Ильичу. Без малого 8 часов заседают. Ну вот. За резолюцию Ленина 10. За резолюцию
Зиновьева и Каменева два. Вот и ваш дом, не души. Спокойной ночи. Спасибо, товарищ Ахьяр. Ваши документы? Фамилия, имя, отчество? Иванов Константин Петрович. Проходите. Пришлось зайти лезть на вершины и пробираться через болото. Все в одну ночь. Что поделаешь? Фонтанка – естественный рубеж, отделяющий центр города от рабочих предместий. От обводного канала до Аничкового моста – участок Керсгольдского полка. На ваш Ауский полк падает задача контроля обороны Фонтанки на участке от Аничкового моста до Невы. В случае попытки бунтовщиков перейти за эту линию, открыть огонь и расстрелять весь этот сброд. Понятно? Понятно. Но совершенно невыполнимо. То есть как? Очень просто. Вывести полк я могу только с согласия полкового комитета. Полковой комитет даст такое согласие только с ведома военно-революционного комитета, на днях образованного, как вам известно, Петроградским советом. А этот комитет вряд ли утвердит выступление полка против рабочих. Значит, полковник, надо начать с ареста полкового комитета. Отказываюсь. Полковой комитет избран солдатами и офицерами полка, в том числе и мной. Тогда, полковник, я буду вынужден отстранить вас от командования полком. Невозможно. На это тоже необходимо иметь согласие полкового комитета. Прошу. Пошли. Прошу садиться. Надеюсь, мы найдем общий язык. Давно пора положить конец анархии и ввести, наконец, твердый порядок в частях Петроградского гарнизона. Совершенно верно. Мы будем всячески отстаивать революционный порядок. Именно поэтому военно-революционный комитет и постановил назначить своего уполномоченного комиссара в штаб округа и по одному в каждый отдел штаба. И что же эти комиссары будут здесь делать? Пресекать попытки использовать дисциплину в интересах контрреволюции.
Все приказы и распоряжения штаба должны будут иметь подпись соответствующего комиссара. Военно-революционный комитет – самочинная организация. Петроградский совет – случайное сборище. Мы не признаем за ними право вмешиваться в дела государственного управления. И нам не нужны ваши комиссары. Ни здесь, в округе, ни в частях гарнизона. Это ваше окончательное мнение? Абсолютно. Боюсь, гражданин командующий, что штаб округа окажется в трудном положении. Войска могут отказаться выполнять приказы, не имеющие подписи комиссаров комитета. Мы сумеем заставить их. У нас достаточно верных и надежных частей, чтобы призвать к порядку нарушителей воинского долга. Однако вы не сумели заставить части гарнизона подчиниться приказу о выводе войск из Петрограда. И вынуждены были отменить его. Мы просто временно отложили его выполнение. Ах, вот как. Мы постараемся довести об этом до сведения гарнизона. Как и о вашем отказе принять комиссаров военно-революционного комитета. Разрешите откланяться. Идемте, товарищи. Какие сведения о частях, вызванных с фронта? Где они болтаются? Батальон самокатчиков на подходе к городу. Батальон картистов уже прибыл и разгрузился. Коменданту Петропавловской крепости полковнику Васильеву дано указание о приеме батальона. Заперли мы его в квартире. Телефон, конечно, срезали. Пускают теперь сюда. Звонит. Ну, караул на всякий случай оставили там. Петропавловская крепость слушает. Нет, полковника Васильева нету. Прапорщик Благонравов. Слушаю. Нет, еще не прибыл. Ждем. Будет исполнено. Из штаба округа. Интересуется, прибыл ли батальон Кольта. И чтобы получше встретили. Да уж встретим чего лучше. Почетный караул выставим с пулеметами. Да. А справимся? Их там добрая 1080 пулеметов. А, сила. А только пулеметы у них кольтовские, идут в разобранном виде. Ахнуть не успеет, как мы их разоружим. Надо. То не нам, а здоровят гарнизон. Ну, держись, Максимка. Кольты идут. Батальон Кольта по распоряжению высшего командования прибыл с Северного фронта для пополнения гарнизона Петропавловской крепости. Командир батальона капитан Жензян. Очень рады. Имею честь. Мой заместитель, поручик Тарасов Родион. Я комиссар крепости, прапорщик Благонравов. Прошу садиться. Мой помощник Вершин. Очень вовремя. А что, разве обстановка обострилась?
Да нет, но все может быть. Это откуда же вы такие фартовые? С фронту. А чего ж вам там не жилось? Зачем к нам пожаловали? На защиту революции. Да ну. А это какой же такой революции? Какой? Нашей. А что ж это, ваша? За мир или за войну? Да, до победного. Да. А вы сами за что стоите? За что надо, за то и стоим. Кому надо-то? Ну, нам, солдатам. Во-во, правильно. Да ты сам-то за что? Да я человек мирской. Что Илья, то и я. Что Евсей, то и все. Слушай, слушай, ты говори толком. Ты из Секретского или за Ленина? А ты из-за кого? Говори, не бойся. Ну что, ты нам не веришь? Верю. Как говорится, всякому зверю, собаке да ежу, а прочим погожу. Да, вот только тесновато у нас. Точно. Придется, знаете ли, разместить ваш народ по казармам других частей. Группами. Это как же? Разрознить батальон? А что же делать? Другого-то выхода нет. Надо найти. Можно поговорить с комендантом? Коменданта нет. А его заместители? Заместителя тоже нет. Я представляю командование крепости. Позвольте, позвольте. Вы уполномочены военным командованием? Я уполномочен военно-революционным комитетом Петроградского совета. Тьфу, черт, так бы и сказал. А мы-то думали, ко временным прямо в пасть идем. Батальон-то у нас большевицкий. Ого! Своя своих не познаша. Дипломатию развели. О, раз так, снимай скорее встречу, то как бы чего не вышло. О, и снимать не надо. Смотри, народ, не видать, быстрее нас разобрался. Пренебрежение техникой восстания и есть нежелание рассматривать восстание как искусство. Товарищ Подвойский и Антонов с гордостью рассказывали нам, что меньшевики уже окрестили военно-революционный комитет штабом по руководству восстанием. А что сделали сами товарищи Подвойский, Антонов и другие работники революционного комитета, чтобы действительно не на словах, а на деле стать штабом восстания? Продумать и организовать технику проведения восстания. Оказывается, ничего. Но ведь день восстания до сих пор даже не был назначен. Когда будет восстание, будут и технические для него силы. Поздно. У питерских рабочих есть 40 тысяч винтовок. Надо мобилизовать все наши силы к решительному бою. И надо перестать болтать о восстании. Надо делать восстание. В Питере сила наша. Юнкера не страшны, особенно если выступить первыми. Совершенно верно, особенно если выступить первыми. А между тем Керенский, его штаб действует, а мы только еще думаем. Полковников уже издает оперативные приказы о подавлении восстания. Уже вводит в город новые войска. Уже стягивает к Зимнему дворцу юнкеров и казаков. А мы бездействуем. Мы организовали оперативный штаб для руководства восстанием. Бубнов, Антонов, Чудновский, Еремеев и я. Доктор Кедров обеспечит санитарную службу. Прекрасно. Мы приветствуем этот штаб, если он немедленно начнет действовать. Штабу Полковникова надо противопоставить штаб революции. И действовать, 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 черт возьми. Промедление смерти подобно. Сейчас, когда карты раскрыты, и догадки врага подтверждены предательским, штрехбрехерским письмом Зиновьева и Каменева, мы должны ускорить удар, пока враг еще не успел собрать свои силы. Вот этим и должен заняться немедленно ваш штаб, товарищ Подвойский. Главная задача ясна. Арестовать временное правительство и захватить военный штаб противника. Как это сделать? Вам, военным работникам, сам Бог велел знать лучше, чем нам, штафиркам. Так, кажется, величают наши штатские господа военные. У нас один нерешенный вопрос, Владимир Ильич, вызывающий споры. Вопрос тактики. Идти ли прямо на штурм, или избегать кровопролития и добиваться сдачи? Избегать кровопролития. Избегать кровопролития всеми средствами. Предложить капитуляцию.
сохранить сдавшимся свободу, жизнь и даже воинскую честь. Но времени не терять, передышки не давать. Примут капитуляцию, хорошо. Не примут, их вина и их беда. Чтобы не быть голословным, я процитирую ряд прокламаций, которые помещались разыскиваемым, но скрывающимся государственным преступником Ульяновым Лениным в местной газете «Рабочий путь». Данный государственный преступник призывает в них петроградский пролетариат и войска приступить к немедленному вооруженному восстанию. Он давно начал. Кончает. Вот мне сейчас представлен документ, который большевики рассылают по полкам гарнизона. Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов грозит опасность. Предписываем вам привести полк в состояние боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. Всякое промедление и неисполнение приказа будет считаться изменой революции. За председателя военно-революционного комитета Подвойский секретарь Антонов. Большевики ведут себя нахально. Я бы сказал, уверенно. И я заявляю, мною предложено произвести аресты Петроградского совета и так называемого военно-революционного комитета, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. Поздно! Он угрожает. Но никто уже не боится. Пусть население Петрограда знает, что оно встретит власть твердую и решительную. И, может быть, в последний час разум победит в головах тех, у кого он еще сохранился. Я так видел много крат, как люди верницей у лавочки стоят. В глазах у них желание, в коленке же дрожание, а в черепе дают... Неужели именно здесь собираются все знаменитости столицы? Конечно. Начиная с вашего спутника. Знаменитого революционера, неуловимого террориста, легендарного Бориса Савенкова. Кажется, сейчас Савенков кумир офицеров и вождь казачества. И этот в ресторации сгибает свой костяк перед распорядителем, как бы перед... В хаосе должна возникнуть твердь, в стихии камень. Нам нужен иностранный легион. Нам нужны солдаты, которым чужды местные политические страсти. Наемники? Но наемникам прежде всего нужен надежный хозяин. Где он у вас? Этим хозяином должны быть вы, союзники. Тогда это уже будет не иностранный легион, а интервенция. Дело не в названии. Все перевернется, по-старому пойдет. А как вы поживаете? И много наживаете. А что у вас дают или не дают? Среди наших гостей знаменитая, несравненная Иза Кремер. Будем просить осчастливить нас. Вот это Патера, последний. Американская любовь.
Зачем мы сюда пришли? Все это уже было давно-давно. Ты не ошиблась, дорогая. Все это было еще до войны. Я не понимаю вас, русских. Столько слов о решительности и никаких поступков. Есть поступки, на которые трудно решиться. Но когда мы решимся... Тот знает тайну женских чар. Ей запах амбры так подходит. Кто этот человек? Вон там. Он сидит спиной к эстраде. О, знаменитый поэт. Прорицатель. Он уже полгода молчит. Хотите послушать, как он будет проклинать революцию? О, с удовольствием. Простите, господа. Александр Александрович, разрешите вам представить американского журналиста? Господин Рид. А что у вас дают или не дают? В тяжелое время мы живем, Александр Александрович. В роковое время. Да. Роковое. И великое. Вы говорите по-русски? Немножко. Не устаю повторять Тютчева. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель. Но зритель может оказаться весь в синяках. Смотря по тому, кто он. У буржуа почва под ногами определенная, как у свиньи навоз. Семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконах, царь на троне. Вытащи это, и все полетит вверх тормашками. А у интеллигента ценности невещественны. Его царя можно отменить только с головой вместе. Умение, знания, методы, навыки, таланты, имущество кочевое, крылатое. Эх вы! Извините. Простите, Сергей Александрович. Герой! Террорист! Подумаешь, великого князя стрелял. Пусть-ка, не волнуйся. А кому мешал великий князь? Кому? Пусть-ка. Мне не мешал. Никому здесь не мешал. А Ленин ходит. Миленький, не волнуйся. Жив-здоров ходит. Я миллион тому дам, кто бьет Ленина. И тут еще 10 по миллиону дадут. Верно говорю? Правильно. Дадут. Он и он и он. Дам. Ура. Бери деньги, террорист. Здесь нет наемных убийц. Скотина. Начинаем. Да, теперь я вижу, что деньги у вас есть. Не хватает только наемников. Если нас возьмут за горло, мы обойдемся и без наемников, и без ваших денег.
Смольный. Я должен идти сейчас, сию минуту. Все сейчас решается там, и я не могу оставаться здесь оторванным от всего. Надо подождать. Маргарита сегодня уже четвертый раз ходит с твоим требованием. Если нет разрешения, значит нельзя, значит есть опасность. Как только будет возможно, они сами организуют твой переход в Смольный. Но в городе спокойно, ты сама говорила. Да, не отрицаю. Трамваи ходят. Я спокойно доехала. Лавки торгуют. Но патрули на каждом шагу. И не поймешь, где чьи. Красногвардейские, матросские, солдатские, юнкерские, офицерские, даже гимназические. И всюду разговоры. Знаешь, стоят кучками и обсуждают. Очень волнуются, спорят. А о чем говорят? Да все о том же. О земле, о мире. Подозрительные личности убеждают солдат, что немцы никогда не согласятся на мир, предложенный бандитами, большевиками. Ну что ж, если наше предложение о мире будет отвергнуто, мы станем самой военной партией. Мы поведем войну действительно революционно. Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим корки и оденем их в лапти. Мы дадим весь хлеб и всю обувь на фронт. И мы завоюем себе мир. Что ты делаешь? Ухожу. Нет. Ты никуда не пойдешь без разрешения партии. Они уже в четвертый раз решают сегодня этот вопрос. И опять тут могут восторжествовать те, у кого вместо тройной смелости, без которой нет и не может быть революции, есть два достоинства. У нас два. Умеренность и аккуратность. Ты опять имеешь в виду? Да, Зиновьева и Каменева. И дурачков из новой жизни, и им подобных. Ибо всегда, во всякий острый момент революции, требующий смелых, неожиданных, стремительных и быстрых решений, находятся мудрецы, всезнайки, которые смотрят на все сквозь благонамеренные молчанинские очки и без умолку услужливо предупреждают об опасности и о риске. Нет, избави нас Бог от таких мудрецов. Ну, а от врагов... Но ни Каменев, ни Зиновьев не решают вопросы о твоем переходе в Смольный. Надеюсь. Передайте Ильичу, что теперь ждать недолго. И поторопитесь, пожалуйста. Он, вероятно, очень волнуется. Юнкера развели мосты. Захватили вокзалы и расставили патрули в центре. Где шифр Центробалта? У меня. Вызывайте матросов, пишите телеграмму. Телеграмму приготовлена с утра. Вот текст. Гельсингфорс Центробалт, Кронштадт Центробалт. Высылайте устав. Антонов. И что можно ждать? Да, 1000, 5 не меньше, и парочку миноносцев. Дыбенко обещал даже зарю свободы. Отправляйте телеграмму. И примите все меры к освобождению мостов от юнкеров. Телефон выключен? Так. Значит, мы опоздали занять электростанцию и телефон. Будем считать, что это для нас первое предупреждение. Ленин был прав. Промедление смерти подобно. Хотим знать, почему произошла задержка. По вашему плану Зимнему еще полчаса назад должен был быть послан ультиматум. Мы ждем только кронштадтцев. На нашей стороне весь гарнизон. Все рабочие. Казаки обещали держать нейтралитет. А что вы успели сделать? Наметили план окружения Зимнего, Владимир Ильич. Каков план действий? Как только прибудет десант, предъявим ультиматум. Отклонят,
Над Петропавловской поднимаем сигнал, два зеленых фонаря. И начнем артиллерийский обстрел и штурм. Надо мобилизовать всю рабочую гвардию и плотно оцепить все казачьи казармы и юнкерские училища, что гарантирует от ударов тыл. И выставить надежные заслоны на все въезды в город. Это во-первых. Во-вторых, лично проверять все на месте. Здесь сидеть незачем. В-третьих, не тянуть ни одной лишней минуты. До съезда остаются считанные часы. И надо кончать с этим засидевшимся временным правительством. Этот вопрос не должен занимать съезд. Ему останется только взять власть в свои руки. Аврора! Сбить их по одному! Брось, с кем вяжешься? Это же балдейцы! Нашел чем щеголять! Пошли! Кажись, никого! Давай! Давай! Своди мост! Эй, на катере! Жмите до следующего! Это теперь наш! Даешь власть советам! Почему задержались? Меня остановили красногвардейцы. Узнали, что я военный министр Маниковской. Не пожелали смотреть мои документы. И только спросили, куда я еду. Я сказал, что я еду к вам на совещание. И они пропустили меня. Сумасшедший дом. Красногвардейцы пропускают военного министра, который едет организовывать борьбу с красногвардейцами. Знаете ли вы, что в городе нет ни одной части, готовой выполнить приказ правительства? Не может быть. Полковник Полковников мне докладывал вчера, что... Это было вчера. Ага. А казаки? Объявили нейтрализацию. Ну, батальон Кольта. Перешел на сторону большевиков. А... Юнкерские училища. Три в зимнем, четыре окруженные красногвардейцами не могут выйти. Остальные объявили, что будут нейтральные. А пока что мятежники сегодня ночью захватили мосты, вокзал, электростанцию, телефон. Мы даже не знаем, что они сделали еще. Полковник Полковников, я вас освобождаю от обязанностей командующего округом. Сдайте дела. Генералу Багратуни. Если успею. Где войска генерала Краснова? Думаю, что на пути в Петроград. Так, решено. Я еду навстречу войскам и вместе с ними вернусь в Петроград. Где автомобиль? Вас согласился отвезти третий секретарь американского посольства, Уайтхаус. Он уже здесь. Американский флажок на машине поможет вам проехать. Никто не посмеет остановить Керенского. Моим заместителем остается Коновалов. Правительство должно быть на посту. История не простит вам. Вы не можете, Борис Викторович, оставаться в стороне в такой момент. Что, собственно, случилось? Вы вытащили меня из постели, говорите загадками. Ну, объясните толком, в чем дело?
городе восстание. Большевики выступили. Керенский уехал в Псков на встречу войскам, идущим с фронта. Он отстранил полковника Полковникова, и теперь все гибнет. Вы один можете спасти правительство. Правительство. Правительство предпочло обойтись без Савенкова. И пожинает то, что посеяло. Значит, все пропало. Власть захватят большевики. Неужели вы допустите это? Хорошо. Пока еще не поздно, я попробую спасти. Не правительство Керенского, нет. А Россию и революцию. Едем. Что теперь будем исполнять? Значит, 4 роты пойдут в оцепление Зимнего дворца, правильно. 2 в резервы с флангов и 1 в охранение тыла. Вот, когда подойдет рабочая Красная гвардия, мы вольем ее в середину оцепления. Я хочу сказать слово. Да о чем говорить? Довольно разговоров. Но я по делу. Довольно. Об этом оцеплении. Ну, говори короче. Товарищи, я считаю, что Павловский полк сила. И хватит его, чтобы расколоть всех юнкеров с бабьим батальоном вместе. Так что лишнее дают нам подмогу рабочих. Может, нам просто не доверяют, как солдатам? Из всего гарнизона, товарищи, намечены только Павловские и Кизгольские полки, остальные в резерве. Да где ж тут недоверие? Конечно, все революционные полки хотели бы быть в первых рядах, но выбраны те, которые ближе к Зимнему. Но затем должны участвовать матросы и рабочие Красной гвардии. В революционном деле не может быть обид. Дело-то общее. Рабочих, солдат, матросов, крестьян. И еще выдумал, без рабочих нельзя. Все, товарищи, объявляю собрание комитета закрытым. Да, об офицерах-то и забыли. Без них делаем, без командира полка. Это нехорошо получается. А на кой они нам? Все они на местах, а коли нету, так и черт с ними. А где они? Все здесь, в полку, в офицерском собрании. Так их надо поставить в строй. Да. Или изолировать. Командир полка, полковник Сутармин. С кем имею честь? Член военно-революционного комитета Еремеев. Я хотел бы поговорить со всеми офицерами полка. Вот мой мандат. Господа офицеры, прибывший к нам член военно-революционного комитета имеет обратиться к вам. Прошу. Поскольку временное правительство не желает считаться с советами, ну, видимо, готовится бороться за власть силой. Военно-революционный комитет приказал объявить правительству ультиматум о сдаче. А в случае отказа обезоружить его оборону и арестовать членов временного правительства. Павловскому полку поручено принять в этом участие. И полк готов к выступлению. Однако офицеры не на местах. Офицеры должны ясно сказать, с кем они. Разрешите сказать от имени присутствующих здесь офицеров полка. Мы уже обсуждали такую возможность. Офицеры, которые не согласились с нашим решением, уже покинули полк. Большинство из нас не сочувствует большевикам. И я тоже. Но мы не отделяем себя от своих солдат. Если солдаты решили идти с большевиками, мы пойдем вместе с ними. Разрешите офицерам разойтись по ротам. Ну как обстановка? Оцепление закончено. Теперь ни одна мышь не проскочит. Только трамваи пропускаем. Держим связь с Авророй. Как только прибудет десант матросов, можно атаковать. Сначала вам придется отправиться в Зимний. Предъявить ультиматум о сдаче. Гражданам России временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ,
немедленные предложения демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. 25 октября 1917 года, 10 часов утра. Думаю, Владимир Ильич написал все, что нужно. Товарищ Улицкий, раз нет возражений, воззвание надо немедленно расклеить в городе и передать по телеграфу по всей России. Но ведь временное правительство еще в Зимнем дворце. Ну и что же? Последние сутки показали, что временное правительство труп. И около него нет ничего живого. Его превосходительство генерал Краснов. Генерал? А где ваш корпус? Он идет сюда? Он уже близко? Я надеялся встретить его под Лугой. У меня нет корпуса. Мои части рассеялись по всему фронту. А те, что остались, погружены в эшелоны. Они стоят на станции «Остров». И, может быть, хорошо, что стоят. Малыми силами нельзя двигаться на Петроград. Вы получите не только все ваши части. Вы получите еще и уссурийскую дивизию, и 37-ю пехотную, и первую кавалерийскую, весь 17-й корпус. Это не считая мелких частей. Вы довольны? Да, если все соберется, и если пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и очищен от большевиков. Так и будет. Генерал, я еду с вами на автомобиле в остров. Сейчас же. Безотлагательно. Когда мы с вами будем в острове, генерал? Через час, сейчас четверть, если хорошо поедем. Значит, самое позднее. Через 2 часа мы двинемся с войсками на Петроград. А я по той стороне к Адмиралтейству. Давно пора начинать. Добро. Атакуем по сигналу! Вы поступаете в распоряжение военной милиции. Ваше сопротивление бесполезно. Гарнизон Зимнего дворца должен сложить оружие. И все получат право беспрепятственного выхода из дворца. Если вы не сдадитесь, то мы возьмем дворец штурмом. Неужели вы хотите кровопролития? Довольно агитации. Законное правительство не может вступать в переговоры с бунтовщиками. Арестовать его. Ваше правительство. Бесполезно, господин Пальчинский. Если я не вернусь через несколько минут, пушки Петропавловской крепости и крейсера «Аврора» откроет огонь по дворцу. Хорошо. Отпустите его. Дают подойти. Как жарит. Придется, пожалуй, вместо холостого послать им один снаряд. А что, Николай Ильич, пошлем. Эй, орудия! А ну, наводи во двор Зимнего. Сможешь? Попадем! Только смотри, колонн не сбей. Мы аккуратно! Авилов в скобках Глебов. Авилов Глебов. Кончили. Давайте послушаем еще раз. Владимир Ильич, а не кажется ли вам, что мы слишком спешим? Нам надо выбрать руководителей обновленной России. Совет народных комиссаров, правительство. А многие назначения, мне кажутся, случайными. И люди не соответствуют гигантским задачам. Пока, Анатолий Васильевич, пока. Помните, Жорес, кажется, сказал, лучше говорить правду, чем быть министром.
Министрами многие из нас, может быть, окажутся плохими. Но правду большевики всегда сказать сумеют. А кто не сумеет или окажется плохим, заменим. Итак, в настоящий момент Совет народных комиссаров составляется из следующих лиц. Прочтите, пожалуйста. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов Ленин. Сейчас наступает решающий час. От имени всех социалистических партий предлагаю протестовать против варварства большевиков, разбивающих из пушек Зимний дворец! Саданулы из пушек по зимнему. Фандалы! Холостыми. На временных и холостых хватило. Временное правительство арестовано. А ну наступись. Временное правительство идет. Одну минуточку. Тут вот телеграмма от Украинской Рады. Отделяются? Впрочем, теперь это уже ваше дело. Правильно. Теперь это наше дело. Разберемся. Я представляла его гигантом. И ты не ошиблась. Ты сейчас это увидишь. Товарищи, у нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. А сейчас нам надо в России заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Сколько раз нужно повторять простую истину? Сегодня власти нет. Никакой. Ни временного правительства, ни советов. И мы должны ее взять. А вот когда мы возьмем власть, то мы, а никто другой, будем решать, что с ней делать. Когда мы можем начать общее наступление? К утру не раньше. Это невозможно. К утру в городе все будет кончено. Ленин будет царствовать. Ленин. Правильно. И я полагаю, господа, что время перейти к диспозиции. Вот. Большевики расклеивают по городу.
Это конец. Конец? Нет. Это не конец. Это начало. Мало объявить временное правительство низложенным. Надо его еще уничтожить. А большевики уже упустили единственного человека, которого им стоило захватить. Керенского. Воля сознательных крестьян всей России объявляется законом. Программу? А зачем она вам? Чтобы обманывать народ? А мы притворим ее в жизнь. Наш декрет о земле основан на крестьянском наказе. Это и есть воля крестьян всей России. Правильно! Как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов. Даже если мы с ним не согласны. Жизнь – лучший учитель, а она укажет, кто прав. Мы должны следовать за жизнью. Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам. А они сумеют правильно, как надо, решить любой вопрос.